Установи умную сигнализацию с GSM-модулем и управляй автомобилем прямо со смартфона. Федеральная сеть фирменных центров Starline, Хлебозаводской проезд 9. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Водитель внедорожника Kia попал под обстрел по пути в школу за ребенком. Инцидент произошел 19 ноября на улице Свердлова. Все подробности в рубрике «Сводка». Произошел выстрел. Задел стекло. Я испугался, остановился, вызвал полицию. Водитель Kia Александр в шоке. Вечером 19 ноября, как обычно, мужчина отправился забирать ребенка из школы. На улице Свердлова, буквально в нескольких метрах от учебного заведения, в его машину прямо на ходу начали стрелять неизвестные. Еще один выстрел был? Не знаю, сквозная дырка, так вообще не могу. Потом она бы разбилась, потому что здесь тонировка. Из-за тонировки она не разбилась. Если бы был удар сюда, это бы насквозь было бы все. По словам Александра, в машину начали стрелять со стороны жилых домов. Он остановился и вызвал сотрудников полиции. На место прибыла опергруппа и участковый. К счастью, сам водитель не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. После того, как будет подсчитан ущерб, станет ясно, будет возбуждено административное или уголовное дело. Пытался заявить об угоне автомобиля должник по штрафам ГИБДД. На улице Заводской Toyota Corolla арестовали судебные приставы в счет долга и начали погружать ее на эвакуатор. В этот момент неплательщик позвонил в дежурную часть ГИБДД и попытался заявить об угоне. Однако мужчине пояснили, что приставы работают согласно постановлению. Иномарку должника выставят на продажу в счет долгов. Отметим, что мужчина накопил более 30 штрафов ГИБДД на сумму свыше 130 тысяч рублей. Волонтеры и полиция разыскивают 45-летнюю жительницу Кирова Наталью Ваулину. 8 ноября ее видели в последний раз, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где находится Наталья Ваулина, позвоните по телефонам на экране. Алина Котрихова, Павел Москвин. Место происшествия.